Что это тут происходит? Мы изготавливаем форму для планшайбы. Придумали, как переделать болгарку под полировальный станок. Скоро все увидите. Ну все. Сюда получается вот так вот, да, нам приклеить. А потом сверху типа будем бумагу, да? Три момента взяли? Да. Да, с той стороны бумагу будем клеить. Запускаем первый раз. Не хватит дисбаланс. Это чисто из-за того, что типа вот она криво стоит. Ну из-за того, что она сама по себе кривая, из-за того, что она тяжелая. Как ее оторвать? Знаешь, чтобы она была и полегче. Можешь какой-нибудь пластик взять? Вместо фанеры. Палец уже сын. Такое еще. Он не выдерживает давления, понимаешь, вообще. Слово вообще. На первой скорости, да, конечно. Даже на второй. На третьей ебаш. Ну уже блестит. На третьей покрашено. Поставь промежуточную. Сполировалась и блестящая, блестящая. Шикарно. Пластик сплавился. Не получается. Закрыла зерна. Фу, надо водичку. Не, ну что-то полирует. Вроде блестеть больше стало. Она прилипнет сейчас, да. Такое ощущение, будто зерен меньше стало уже, начало там, знаешь, полировать. Посмотреть. Палец тоже нормально так подполирнул.